от Абхазии в реальном времени, граница ПСОУ. Ну и живой пример, как таксисты навязывают свои услуги туристам. А у этих таксистов цены даже не очень маленькие, а чересчур большие. Вот от самого входа привязался таксист туристу и навязывает свои услуги, не отстает от них. Вот живой пример, что с таксистами лучше не связываться на ПСОУ в границе Абхазии, потому что ценники там заоблачные. Есть намного дешевле варианты добраться в любую точку Абхазии. Вот, видите. Турист игнорирует таксиста, но он все равно не отстает. Вот их сколько там. Так что вот. Вот вам пища для размышления. Пересекли границу ПСОУ и направляетесь вот сюда. Там подъем чуть-чуть. И там автобусы в любую точку Абхазии намного дешевле и безопасно. Так что таксистов лучше игнорируйте и проходите мимо.